Остаются с испорченными нервами, а порой и с материальным ущербом простые автомобилисты. От автохамов страдают все и всегда. Сегодня мы хотим показать вам несколько примеров вопиющего хамства, которые произошли за первую половину апреля. Для наших сегодняшних героев наглость не второе, а первое счастье. Вот, например, водитель этого внедорожника. Зачем стоять на светофоре, если можно проехать по встречной полосе? Лишение прав на срок до полугода – вот расплата за такое самоуправство. В этом видео не повезло иркутянке. Она глаза в глаза встретилась с автохамом. Уходя от удара, женщина чуть не въехала в столб. А что делал наш антигерой? Правильно, просто уехал. Эх, лишить бы его прав на срок до 6 месяцев, и стало бы всем легче. На Руси никогда не переведутся две вещи – богатыри и наглые автомобилисты. Такие, как, например, вот этот. За стоянку на пешеходном переходе водитель мог бы не досчитаться 1000 рублей. Если и вас возмущает хамство на дороге или во дворах, присылайте фото и видеодоказательства.